Всем привет, с вами Прия. Наступила 14-я годовщина Варкрафта, и по поводу этого на почту абсолютно всем игрокам присылается подарочный сверток. Вскрывая его, мы получаем различные ништячки, а именно какое-то количество искаженных временем знаков, итем на увеличение 14% опыта и очков репутации в течение часа. Юзать его можно хоть сколько, ну и при этом появляется гербовая накидка Варкрафта. Весьма интересно, весьма кайфово и весьма уже привычно на самом деле получать этот баджик. Также была добавлена игрушка, которая продается у определенных мобцов, у историков. К примеру, в крепости Штормграда в библиотеке за 200 искаженных знаков можно ее купить, изучить и юзать. Называется перенастроенные каргогляды. Посмотрим, что она из себя представляет. Так. С ними ваши друзья станут такими милыми. Ну-ка. А, то есть мы юзаем эту игрушку. Абсолютно все игроки, абсолютно все существа, которые нас окружают, превращаются в собачек. В пёселей. Ну, в принципе, это неплохо. Вот это вот истинный подарок, на самом деле, на 14-ю годовщину. Ну, а также еще боссы классика вернулись, то есть можно убить их, полутать с них какие-то вещички, получить какие-то эпики и, может быть, даже экипировать их, если они нормального итем левела. Вот такая вот 14-я годовщина Варкрафта. Продлится событие до 30 числа, и любой вошедший человек также получает великое достижение. 14-я годовщина World of Warcraft. Всех вам благ, счастья, здоровья. Обязательно зайдите в этот период времени для получения интересных вещей. До скорого. Берегите ноги.